Вот смотрите, ребята, Hyundai Creta, объем 1,6 литр, а максимальный объем бака 55 литров. Мне на Royal Petrol как-то умудрились залить 65 литров. Вот, Royal Petrol. Главное, они говорят, что типа, ну вот я же теперь что сделаю, да? Якобы они правы здесь. Сейчас пойдем разбираться, потому что лозунг, наверное. Будьте осторожны, Royal Petrol. Девушка, руководство мне можно будет? Где? Здравствуйте. Девушка, как вы мне залили 65 литров? Смотрите, у меня машина Hyundai Creta 1,6. Максимальный объем бака 55 литров. Я позвонил еще в Hyundai Premium, где я покупал. Угу. Мне заливаете сейчас 65 литров. Как это возможно? Как? Hyundai Creta, вот он стоит серый. Можете позвонить в официальный магазин Hyundai Premium Алматы, где я ее покупал. Я только что разговаривал со своим менеджером. На всех машинах Hyundai Creta идет объем бака 55 литров. Не 15, больше. У меня там еще был бензин. Я не знаю, куда вы еще мне... Я не знаю, литров. Ну, 15-20 еще было литров. Но это не мои проблемы. Просто как вы мне залили 65 литров, если там еще было литров 10? У нас нет такого, что там столько-то или столько. Какой счетчик, если вы... Ну, невозможно физически. С каждой машины по 15 литров, по 20 литров. Вы вообще думаете вообще, что вы говорите? Нет, в смысле, вы сейчас хотите сказать, что вы залили мне 65 литров? 55-литровый бак? 65, значит 65. Ну там до бака пока идет, там же есть... Сколько? 10 литров пространства? Нету такого, вы что, с ума? Я каждый день, не каждый день, но неделю раз заполняю полный бак. У меня всегда заполняется максимум 50 литров, потому что у меня еще есть какие-то там остатки. Вы о чем говорите? 65 литров, 10 литров сверху еще какие-то есть?